Полвека на передовой детской хирургической службе Чувашии исполнилось 50 лет. О том, что изменилось за это время, Юлия Важенина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, чем нам прибыли, какие жалобы. Мы пришли на плановый осмотр. Теперь Нелли вместе с мамой приходят лишь на плановые осмотры. По ней и не скажешь, что девочке пришлось бороться за жизнь. Нелли родилась раньше срока, на 27-й неделе, а самостоятельно дышать начала только после операции. Ее провели здесь, в Республиканской детской клинической больнице. Тогда Нелли было всего 3 недели. Мы в страхе жили, наверное, полгода, это точно. Что будет, не знали. Какой вырастет ребенок при такой ситуации, что она родилась раньше срока. Но обошлось, можно сказать, нас Боженька поцеловал, и мы совершенно нормальные выросли благодаря врачам, которые помогли нам, сделали все возможное для нас. Сейчас она, на мой взгляд, она здорова. Ну, врачи мы тоже наблюдаемся. По развитию она тоже не отстает от своих сверстников. Ходим в садик. Для таких, какой была Нелли, новорожденных, здесь есть специальная операционная. Мы находимся в операционном, в желтой операционной, где у нас проходят операции для самых маленьких пациентов. Вот у нас проходит около 60 детей. Этот стол операционный с подогревом, с ковриком и сверху, чтобы дети маленькие у нас, пациенты, не мерзли. Эта операционная отличается от взрослой только размерами. И тут, и там самое современное оборудование. Детской хирургической службе Чувашии исполнилось 50 лет. Ровно столько же в профессии Яков Лазебников. За это время многое изменилось как в отделении, так и в хирургии вообще. Но одно осталось неизменным. Быть хирургом сможет не каждый. Для этого нужно иметь сильный характер. Мы, когда учились, как-то вот хирурги всегда казались полубогами нам. И мы хотели все быть хирургами. Когда ребенок выздоравливает после твоей операции, душа поет. Когда что-то, осложнение какое-то или, не дай бог, трагический исход, сам себе готов руки оторвать. Более 5500 человек за прошлый год прооперировали врачи хирургического профиля. Только за сутки здесь происходит 10-15 операций. За последние 5 лет в детской хирургии произошел настоящий прорыв. На базе Республиканской детской клинической больницы врачи проводят самые сложные оперативные вмешательства детям любого возраста. Спасают жизнь грудничкам с пороками развития. Еще полвека назад они считались неоперабельными. Мы сейчас стоим твердо на ногах. И очень отрадно, что в 50-летний юбилей детской хирургической службы Чувашии у нас практически не встречается послеоперационной летальности среди детей. Это очень серьезный шаг. И вот наша задача — оставаться всегда на лидирующих позициях. Благодаря программе национального проекта развития здравоохранения больница получает десятки единиц медицинской техники. Например, в этом году планируется приобрести современный аппарат МРТ-диагностики для детей. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.